Сегодня у нас челлендж. Так называемые крестики-нолики. Но не такие скучные, в которые вы на каждой перемене. Хотя, может быть, и на уроках играете. А вот такие. С водой. И с теннисными шариками для настольного тенниса. Все, наверное, догадались, что к чему? Вы догадались? Ну, наверное, кидать. Оно отскакивает от стола и в любом... Да! Можно кинуть с отскоком от стола. Можно без отскока. Снайпер. Можно кинуть, например, и без отскока от стола. Главное попасть. Нифига себе. А то, пока вы были в школе, я уже потренировался. Шучу. Симпл. И еще условия. Вот так вот мы не делаем. Понятно? Ну вот отсюда, не дальше миски. Так, и на каждый бросок выдается 6 мячиков. Бросаем по очереди. Вы в одной команде, я во второй. Ну и чтобы был какой-то стимул, и мне не просто так играть. А, то есть мы с Яриком против себя? Да. Вам даже проще, вам придется по полтишку скинуться. С меня сотка, с вас по полтишку. Победитель забирает куш. Сейчас принесу. Давай. Подождем. Умеешь? Двумя. Так, у нас будет... О, красота! Все по чесноку, ребят. Все по чесноку. Так, куда? Под миску пока, да? У нас будет помощник Федор Сергеевич. Он будет подавать нам разлетевшиеся мячики. Ну все. Кто из вас первый бросает со мной? Ничего, ладно, давай. Мы зеленые. А вот так. А теперь, кто из нас первый вообще? Ну, вы, ваша команда или я? Если угадаете, где красный, вы первые. Красный вот там. Подсмотрел. Окей, вперед. Да. Так, ну что, первые 6 попыток Ярика, потом 6 попыток моих. Но, как только попадаешь, все, я потом бросаю. Цель, задача занять какую-то из мисочек за максимум 6 бросков. Они у тебя вот 6 шариков, 6 бросков. Но правила игры как крестики-нолики. Кто есть... вот так занимает, или в диагональ, или в горизонталь, или в вертикаль, то тот выигрывает. Если я кидаю, попадаю, сейчас ты кидаешь, попадаешь, ты опять ярая. Уже будет он, но за тебя. Крестики-нолики. Ну, крестики-зелененькие, просто кто впервые... Игра бесконечная. Ой, бесконечная. До первого выигрыша, наверное. Ну, да. Посмотрим. Погнали. Помощник, шарики собираем. Так, первый, теперь второй, давай бросок. Опа. Есть. Я проверил, упал. Один убираете. А. Чего, да? Теперь моя очередь, мои 6 бросков. Не убирайте. Так, так, ну какую тактику взять? Бери тактику, тактики. А если в одну и ту же? Одно и то же не считается. А-а-а! Yes! И у меня один есть. Так, Гоша, давай, теперь твои 6 попыток. Аккуратно с мячиками, аккуратно, а то не найдем. Еще можно на зрение, ладно, а я понял твою тактику тоже. Мне, может, придется посложнее теперь отбиваться. Еще сколько там, 2? Не, еще 3, потому что один... Забираю. Что забирает? А, ну да, забираю, потому что он реально... Или это не считается, пусть дальше бросает. Да, не считается. Так, тебе 2 оставалось бросить, да? Да. Держи. Yes. Еще один мимо, ну! Все, мне было бы очень сложно. Я просто вынужден был бы в конкретную только одну попадать. А? Я за мячиком. Держи. А? Подожди, подожди. Ого! Надо менять тактику. Так, сколько мне еще? 3, да, за этот заход? Ну, сколько у тебя в руке, сколько я осталось? Нет. Всего по 6. Смотри, если ты сейчас... А, это последний. А если он сейчас, я буду вынужден вот сюда. Но если у него не удастся, я буду по-любому стараться сюда. Ярик, надо в ту миску. Я знаю. Ну, пробуй. Где еще один зеленый? Вот, в миске. А,
А, вот тоже. Ну, попыток всего 6. Можно же повторять. 2. 3. 4. Будь внимательным, попадешь в другую, заканчиваются попытки. И... 5. И перескакивает, и все. Да, боже. Yes! Ну, папа, давай. Промахнись, промахнись. Попади, попади, попади. Мимо. Папа, косой. Мимо. 4. Мимо. 5. Ой-ой-ой. Мимо. Я за мальчика. О, теперь Гоша, да? Да. Тихо, вот попади туда, реально. Три, да, 4. Ага, первые броски легко, потому что куда угодно. 5. Подожди, ну-ка. Легонечко, что ты делаешь? И вообще никуда не попал, то есть даже вариантов у тебя не будет. А ведь мог бы еще куда-то. И я бы тогда думал бы, куда бы мне бросать, да? Ну, вообще... Тебе что думать, тебе надо выигрывать. 200 баксов, и мы пойдем с тобой по магазинам. Я пойду, сам по магазинам. Мимо. А теперь на удачу, дальний. Нет, теперь второй раз. Второй раунд. Ну да, с одного как-то не по-честному. Три раунда, да? У меня одно очко. Так, ну что, в этот раз... Так, а в тот раз кто начинал? Мы. А, заканчивал ты. То есть у них получится две подряд, а я бросаю. Да ладно, начинай. Один. Ого! Целых три могло залететь. Два попытка. А два не бросать. Три попытка. Ух, косые, а еще спортсмены. Четыре попытка. Баскетбольная площадка в 10 метрах. Сейчас я договорюсь. Так. Куда? 6 уже было. 4. Какой 4? 5. Это уже 6 было. Это 6. Нет. Мама, повтор. Ой, тут надо повторять аж целых... Ну давайте, повтор. Повтор. Ну что сказать, мы посмотрели повтор. И да, у Ярослава еще 6-я попытка. Жаль, конечно. Ну давай. И потом я хожу, бросаю. Я просто только этими глазами бросил. Скажу честно, оно чувствуется, когда ты уже попадаешь, уже во время броска. Есть такое чувство, не? Да, бывает. Когда попадаешь. Так, так, так. Что это? 4. Да, бракованные. Что ты делаешь? Руки. Квадратные. Руки. И ноги. И 5. И еще одна попытка. Смотри, ноги 4. Ну, потом посмотришь. Я один положил был сюда. Я один положил был сюда. Поймал и положил. Вот это 6. Даже 2 надо положил. Не, мы сейчас реально будем снова смотреть повтор. Ну как нам считать? Ну вот сидишь, Ярик, ну считай, но. Ну просто назад не вставляйте в эту, не вкладывайте в миску. И когда там будет один. Ну что, у нас опять система VAR должна сработать. 5 или 6 бросков было. Кинь на всякий случай, если что, мы его вынем потом. И попади. Ну все равно, все, теперь можно не смотреть, так я специально время сэкономить. Вы скорее мне надо забивать. Ладно, еще 5. Здесь 5. Закончится, дадите мне еще один, если вдруг хорошо. Давай.
Сейчас мальчишки поедут на треню, а я буду тут играть сама с Федором. С Федором? Да, да, сказал. Мимо! Мне кажется, если вот взять бутерброды, да, там... Легче. Да, будет легче, да. Да, мы видели такую штуку, и у мамы тоже была такая идея, это я предложил уже с водой емкости. Ну что, в Америке это вообще, в Британии такая есть распространенная штука, в стаканы наполняет воду, и там издалека тоже доставляет, кто как что, просто вода удерживает. Просто здесь надо мячику подскочить, а если бутер лежит, ну если хлеб, то он даже нечаянно катнуться и прилипнуть, ну и плюс еще липнет. Тем точнее, считаю, и круче именно такой вариант. Пишите в комментариях, кто согласен или кто не согласен. Давай. Ну все, давай, сейчас попыток. Считай внимательно. Первое. Лови, Федька, там. Пока не носи, просто лови. Вторая. Третья. Четвертая. Кажется, Федор мне сегодня камеру собьет. Не собьет, нормально. Аккуратно. Да. О, нет, нет. И последняя, шестая. Какие просто... Так, ну мне надо сейчас полюбасу. Полюбасу мне надо попадать. Потому что если я не попадаю, а они попадают, я в догоняющих. Так, ну что, мне надо сейчас обязательно постараться попасть в той красной, да? Потому что если я не попадаю, а они потом попадут, я буду догоняющим. Конечно, не попадем. А я не хочу быть догоняющим, понятно? Придет. Смотри, с первой, ну максимум со второй попытки. Ну давай. Нет. Ну вот со второй. Ну вот сейчас будет, вот сейчас будет. Тоже нет. А, ты остановил? А может быть попало бы? Переброс! Переброс! Нет, конечно. Нет. Так, и еще один. Прям через. Какой-то шаг у мячика не тот. Я не могу сейчас выйти, вот бывает попадешь. Отойди. А бывает как-то... Нет. Так, ваша очередь. Кто, ты кашановал сейчас? Ну давай. Раз. Два. Что? Три. Куда сколько? Там аккуратненько такая камера. У тебя будет своя эта очередь, не переживай. Четыре. Пять. И шестой. Все мне. Все тебе. Yes! У меня опять появляются шансы. Давайте, шарики. Две штанги и не пролетел туда. Погнали. Удача, удача. Не прилетел. Ну что, догоняйте? Иди сюда, опять, вот сюда. Плохому танцору рюкзак мешает. Нет, чешки, ботинки, чешка. Ботинки, чешки. Чешки. Ботинки, чешки. Два. Три. Я чуть не выпихнул. А смотри, смотрите, обратите внимание, ребята, тактика. Если он попадет сюда, он обламывает всю движуху мне, а я буду вынужден туда пулять, потому что хитрый. Это какой бросок? Четвертый, пятый? Четвертый. Шестой. Три. Четвертый, давай. Нет, нет, и она еще и самая ближняя, еще такие шансы ничего. На, последняя, шестая попыточка. Фу, 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 фу. Если бы это был паштет или нутелла, мы точно... Она прилипла бы 100%. Нервяк, батя, делаешь! Так, ну что? Я сейчас пойду. Не туда. Мам. Хорошо. Иди, иди, можно даже не говорить, куда ты идешь, мы все знаем. Как? Вот так.
Он так, маленький, ладно. Четвертая попытка, правильно? Да. Да, конечно. Удачи. У меня три дачи. Счастливая, итоговая, 200 баксов я забираю. Ну-ка. Yes. Пятая. No. А? No. И шестая попытка. Папа сейчас прыгнет на стол. Пацаны, ты решил... Эй, не пей, козленочком станешь. Тренируйтесь, короче. Ну, ну как он это сделал? Не, ну скажите, что вы были на канале Масики. Куда? Мы еще в душе убрались, он не попал. Он не попал. Все, ребятки, вы были на канале Масики. Подписывайтесь. И пишите комментарии. Ну как туда попасть? Мне понравилось. Всем пока-пока. Пока.